Добрый день, друзья. Добро пожаловать на канал Бадук 1. У нас партия 4 Дантайджум. Оппонент предложил блицануть, сыграть без основного времени. Я это только поддерживаю с учетом моей занятости повышенной. Поэтому буду играть пока так. Может, получится какую-нибудь мою сыграть. Но нет, здесь я буду играть атаку. Координатор включил, поздоровался. Запись идет. Так, какой у него счет? У него счет такой, средний, примерно как у меня. Здесь можно не отвечать, давайте вторгаться. Ну, сейчас он, наверное, в эту сторону будет строить. Хотя мне не важно, все лесенки идут за меня. Я надеюсь, что он сыграет мою любимую Джосаки. Ну, посмотрим, как здесь будут обстоять дела. Ну, я надеюсь на кейму, но вряд ли он вытянется, скорее всего, да, он вытягивается, я тоже вытянусь один раз. Он еще раз, я тоже еще раз. Ну, и, в принципе, он может сыграть что-нибудь на стороне нижней, да. Ну, я тогда сыграю здесь ханы. Это большой ход. Чуть позже буду вторгаться на нижнюю сторону как-нибудь, пока еще не придумал, как именно. Он может, в принципе, если он ставит атари, то лесенка идет за меня, поэтому он может просто вытягиваться здесь, либо играть двойное ханы. Если он сыграет двойное ханы, я соединюсь, он соединится. Если я поставлю атари, он соединится. Я вот сейчас думаю, как мне поступить. Вставлять. Если я вставлю сюда, он заберет в лесенку, я прилипну. Давайте попробуем так. Попробуем сыграть так. Здесь закроемся. Он заберет в лесенку, я прилипну. Хотя он может М12 сыграть, но я все равно прилипну. Хотя прилипать рядом с такой формой крепкой очень сложно. Ну давайте попробуем. Наверное, последует хана отсюда, с этой стороны. Хотя было бы правильно играть хана с этой стороны и толкать мне на плотность. Вот, в принципе, что у меня еще есть? Я могу атари поставить, потом сыграть удар, он вытянется, и как-то его хочется поатаковать. Ну, посмотрим. Но сейчас, я думаю, первоочередная задача черных все-таки отвечать на прилипание. А первоочередная задача белых как-то закончить в сенте. Один боевой период уже оппонент израсходовал. Но здесь ничего страшного нету. Я этот камень пока брошу, стукну. Стукну и, наверное, сразу сыграю какой-нибудь жесткий ход, типа того. Он сейчас прилипнет. И раз, два, три, и пошла лесенка, и пошла лесенка, и пошла лесенка. Она идет на черных, конечно же. Поэтому так я резать не могу. Ну, давайте так сыграем, по стандарту. Хотя... Ага, он так сыграл, да? Давайте тогда я здесь соединюсь. Хочется вытянуться, конечно. Но он тогда сыграет сюда. Либо так соединиться. Нет, хочется жестко соединиться, потому что мы атакуем. Но он молодец, крепко играет. Либо М4, либо М3. Либо вообще как-то... Ага, этот ход он вставляет. Тогда я здесь прыгну. То есть покажу, что я продолжаю атаку его группы. Мой, конечно, большой, он его еще увеличил. Я здесь могу отпрыгнуть бесплатно. Давайте я здесь бесплатно отпрыгну, пока покажу ему, что я заинтересован, в принципе, в вытаскивании этого камня. Он его, конечно, будет добирать. Наверное, М15 сыграет. Ну, либо он может пробить, либо как-нибудь что-то. Ну, он должен реагировать. Если я отрежу эту стенку, это, конечно, коллапс будет за него. Хотя... Да нет, без всяких хотя, он должен тут как-то заканчивать. Скорее всего, М15 он сыграет. Такой ход. Ну, давайте потянем. А, это гетто, я прошу прощения, это гетто. Он сейчас сыграет в М15. Да. У меня тогда остается здесь ход, остается здесь ход. Он берет какие-то здесь очки. Давайте я пока сыграю такой ход, чтобы у меня было куда убегать. И, наверное, он будет либо J14, либо накрывать все. Это очень амбициозно.
либо прилипать. Я бы на его месте прилипал к этому камню. Но он решил так сыграть. Но отсюда вроде бы я убегу. Давайте я пока здесь, наверное, сыграю раз, два, три. Ну, давайте прилипну сюда. Он сыграет хана, я отодвинусь. Или он не будет хана? Ну да, он сыграет хана. Сейчас он может сыграть c16. Но я тогда сюда похожу. Это большой ход. Поэтому, скорее всего, он сам походит f14. Все-таки c16 жадновато. Ага, он решил просто крепко сыграть. Ну, я тогда сюда буду забирать угол. Он так решил сыграть. Ну, я тогда жадно поиграю. Дам ему отпилить двушку. Хотя не дам. Я так посовещался сам с собой. Не дам я ему отпиливать двушку. Ну, давайте пробовать что-то делать. Накидывать камни, что-то жертвовать, как обычно, в общем. Как-то выбегать. Ну, он просто отрезает здесь все. Да. Ну, я сюда, он забирает один камень. Мне здесь соединяться неинтересно пока. Вот. Я тогда сыграю здесь ханы. Это большое ханы. Раз. Атари. Пробой. Я забираю. Поэтому, в принципе, я могу продолжение N18 играть. Из-за того, что мой подъем это атари. Ну вот он решил сюда. Тогда я сразу прилипну. И он не может теперь спускаться. Но он спустился, я режу, а дальше что? Ну, я же атари ставлю. Он не увидел этого атари, что ли? Но сейчас он будет яростно разделять, как бы атаковать двушку, разделяющая атака будет. Здесь он, конечно, облажался. В такой ситуации что мне делать? Он хочет взять очки. Ну, давайте я здесь буду соединять свои камни. Буду давать ему соединиться тоже. Он сейчас будет все это отрезать как-нибудь. Там я могу сыграть ханы. Он порежет. Я атари, он туда, я сюда, он ханы, я ханы, он сюда, я соединю. Да, вот он решил резать именно так, как бы я порезал сам. Раз, два, три, четыре. Я думаю, я здесь подвинусь один раз. Но резать он все равно будет. Потом поставлю атари и прыгну. Я думаю... Ну, я надеюсь, что я выживу своими группами. Он сейчас прыгнет К7, наверное. Он не прыгает К7. Я здесь сыграю ханы, потому что это разрезающие камни. Я хочу позабивать степени дыханий. Сыграю даже двойное ханы. Но он сейчас может наказать, поставить атари. Лесенка-то идет за него. Да, вот он наказывает. Ну, может сразу прилипнуть, но он решил так, топорно. Оппонент действует топорно, но ему надо соединяться, вот он не соединяется. Я тогда здесь сыграю, наверное, двойное атари, или как? Так захватить? Нет, друзья, это он как-то... У меня здесь просто маневр есть по второй линии, да, пожертвовать эти камни и взять очки, а здесь он не добил группу. Давайте я сразу здесь так отыграю тогда. Атари, оттянусь.
Или он совсем жадно сыграет и сам сюда поставит. Нет, он так не играет. Ну и хана он не может играть, потому что я сыграю по 11. Он, скорее всего, будет добирать или просто сыграет какой-нибудь ход, потому что если не сыграет, то я еще тут еще ему дам. Да, вот он играет. Я тогда просто ради сента играю этот ход, ради сента, чтобы здесь у меня было все хорошо. Но он, кстати, может сюда походить, в P11. Ну, я все равно в сента тогда закроюсь. Да, он отрежет больше камней, но это будет сента для меня. Вот это неожиданный ход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, мне лучше здесь закрыться. Ну и там какие-то атари у меня останутся. Он сейчас будет отрезать, наверное. Хотя он может сам сыграть тенуки. Я думаю, за черного самый правильный ход сейчас тенуки. Потому что он уже меня отрезал. Да, он играет тенуки, молодец. Ну, я себе очков немало тоже взял. И учитывая то, что я уменьшил его очки здесь, я думаю, то, что все хорошо. Пока. Но это он, видимо, готовит что-то убегать. Я тут сыграю еще ход, чтобы он далеко не убежал. Что-то он делает странное, но он, конечно, атари сейчас поставит. Но убить-то он не сможет меня. Или как? Как он будет играть, мне интересно. А, он все-таки соединился, да? Он может спуститься мне. Ну давайте побалуемся еще здесь. И я думаю, можно играть какой-нибудь большой ход. Потому что убить он не может это. Но угол убить он точно не может. Он может сыграть так. Я могу поставить атари снизу. Хотя, в принципе, то есть я соединюсь, он спустится, я туда. Ну ладно, он, наверное, отрежет эти камни, пусть отрезает. Если он их отрежет, тогда у меня есть F18. То есть он сейчас, наверное, B15 хочет сыграть. Но я тогда, да, вот он сыграл B15. То есть он тут много взял. Но у меня всегда есть ход F18. Сейчас я его не буду играть. Я хочу подраться с ним еще. Еще не все закончено. Его группа тоже еще не живет. И она не соединена с другими. Поэтому я сейчас что-то буду придумывать здесь. Ну, я-то все это стратегически жертвую. Но я что-то много стратегически нажертвовал. Как бы мне очков хватило вообще в этой партии. Он сюда... Я хочу отсюда вставить атари. И надо что-то придумать. Какие-то тесуди.
Так, он сюда. Я тогда спущусь, он сыграет ханы, наверное. А если я порежу его ханы? Ага, вот он из-за этого, из-за разрезания не играет. Ну, а теперь, если я вот так сыграю красиво, то он обязан доедать. А я буду строить какие-то очки снаружи. Ну, вроде бы. Выглядит похоже на то. Он сюда. Ой-ой-ой, как я перемудрил. Я Атари. Он сюда, я соединюсь. Он туда, я туда, он туда, я туда. Мало у меня будет степеней дыхания. Так, сейчас он соединится. Я его должен буду окружать. Ой, какие-то приключения у меня сейчас будут. А если он вытянется? Так, у него один байоми остался. Если он вытянется, я отрежу. Он повернет. Мне надо будет прыгнуть. Он спустится. Я сыграю бамбу. Он забьет, я туда. Я сюда, он сюда, сюда, сюда. Нет, это опасно для него. Я думаю, он будет закрываться в А6. Да. Он закрывается в А6. Дальше я буду его запечатывать. Ему надо выживать тогда здесь внутри. Ходом К8. Ну, я думаю, сперва он порежет сюда. Хотя резать особо нет смысла. Именно на данный момент. Но он порезал все-таки. Но я тут дважды сыграю просто атари и вытягивание. Дальше он, наверное, хочет полезть. Отсюда. Да. Я тогда здесь поставлю атари. И у меня сейчас начинаются проблемы с центральной группой. А, ну они пока не начались, тогда я камень докушиваю. И что? Ну, он убежал, это я согласен. Наверное, он будет по левой стороне играть. Потому что в углу жизни нет. Но это в учебнике в углу жизни нет. А я, к сожалению, не помню, как угол убивать. Поэтому будем считать то, что в углу ко-борьба. Да, вот он играет по нижней стороне, как я сказал. Но я здесь буду что-нибудь... Что мне вообще делать? Давайте прилипать. Так, аккуратно играет. Сейчас я проверочный ход вставлю. Мне интересно, как он ответит. Он пробил. Тогда, может, я вообще на месте выживу? Ну, вдруг получится. Правда, угол может пострадать. Если получится выжить на месте, то это, конечно, фантастика. Ну нет, это мертвая группа. Он ставит атари, я тоже ставлю атари. Он обязан вытянуться. Я сюда, а дальше что он будет делать? Дальше, если он соединится, то я выживаю. То есть ему нужно теперь вышибать L9. Но я тогда же отрезаю. По-моему, мой оппонент только что перемудрил.
Ему же надо будет соединяться. Да, вот он соединяется. А я же могу теперь вот так соединиться. А, нет. Я что-то перемудрил. У меня мертвая группа совершенно. У меня совершенно мертвая группа. Понакидываю камней. Так, он так ответил. А если я здесь Атари поставлю? Давайте-ка я сделаю себе большой глаз пока. Хотя он Атари сейчас поставит. Но я тогда успею ткнуть. Ну нет, в этом нет смысла. Он поставил Атари. Я сюда, он сюда. Я похожу, он сюда. Я Атари, он пробьет. Меня интересует вот такой ход. Он что-нибудь делает или нет? Он просто Атари поставит. Я пробью. Да, тут, к сожалению, ничего не получается у меня. Эта группа умирает. Ну и Йоса как бы. Хотя у меня большие проблемы с этим углом. Он может играть R3. А, он так решил сыграть. Тогда я здесь прилипну. Тогда я думаю, я, хотя он может прилипнуть R2. Ага. Ну так я, по-моему, живу. Так, я сюда. Он сюда, я сюда. Он туда. Хочет убить все. Какой настырный. Хочет убить все. И как дальше? А если я вот сейчас сюда похожу, как ты будешь ходить? Это же Санта. Ты пробьешь, я Атари поставлю. Ты сюда, я сюда. Ты сюда. Я тогда, наверное, пробью. Нет, надо вытягиваться. Я вытягиваюсь. Ему надо соединяться. Я отрежу. Ну, это, конечно, ничего хорошего за меня сейчас не будет. Я сюда, он туда, я туда, он туда, я сюда. Ну посмотрим, может получится что-нибудь сделать. Хотя ничего тут не получится. Но вдруг. Хоть ко борьба. Может быть.
Может, я его поймал в какую-то штучку. Ладно, я его не поймал, но может быть здесь какой-то адзи есть. Адзи-то есть, но, блин, моя большая группа умирает. Да, здесь сдача, друзья. Тут у меня эта группа умерла и центральная группа умерла. Не получается. Тогда сдаемся. Ну, интересная была партия. Спасибо за внимание и до новых встреч.